На войне все средства хороши, или Красносельский открестился от «Единой России». Накануне с экранов коммерческого телеканала в поддержку независимого кандидата выступил лидер ЛДПР. Я, Владимир Жириновский, призываю вас, всех избирателей Приднестровья, поддержать кандидатов в президенты. Неожиданно, ведь на протяжении всей предвыборной кампании в Приднестровье нас убеждали, что независимый Вадим Красносельский выступает в качестве кандидата, поддержанного другой партией «Единой России». Символика и цвета этой российской партии на всех агитматериалах Красносельского. Более того, даже народная программа кандидата позиционируется как программа «Единой России», хотя официального подтверждения этому так и не было. А вот что думает сам Владимир Вольфович о партии «Единая Россия». Вы что делаете, «Единая Россия»? Вас же проклянет весь народ наш! Все вас проклянут! И вы будете бояться сказать, что вы из этой партии! Убирайтесь вон! Подлость, гадость, преступники! Ненавижу вас! Комментарии, видимо, излишние.